Вы на канале Мила и Милые Увлечения. И та-да-дам! У меня сегодня летнее настроение. А вот почему. Во-первых, на улице довольно-таки тепло. А во-вторых, у меня есть вот такой вот летний домик Sylvanian Family. Класс! Давайте же его сейчас распакуем. Но сперва рассмотрим коробочку. Здесь какие-то японские иероглифы. А тут нарисован сам наш летний домик. Показано, что в нем может жить семья белочек. И что он может пристраиваться к вот такому вот коттеджу. Если развернуть коробку, то тут показывается, как в нем стоит мебель. И тут еще что-то показано. Что же это? Ага! Каким образом он может пристраиваться к вот такому вот коттеджу? Вот так, вот так, вот так. Или же вот так. Всего 4 варианта, как я понимаю. А также снова нарисованы белочки в этом домике и чудесные фотографии Сильвана. Тут показано, что входит в наборчик. Это половица, сам летний домик, две вот такие вот штучки, это чтобы пристраивать веранду, я так понимаю, лестница, заборчики и каталог, что ли. Я даже не знаю, возможно, это просто вкладыш. Ну что ж. У меня есть ножнички. Открываем. Ой. Сейчас разрежем вот тут вот скотч. Давай, давай. Раз. И с другой стороны. Два. Больше нет скотча. А я тут сделала. Не особо то я сделала, но можно еще тут прикрепить. И снизу. Вот так. Ну что ж, давайте же откроем коробочку. Ей! Открываем, открываем, открываем. Мне уже не терпится. Я его вижу! Ребята, вы посмотрите, это реально летний домик Sylvania Families. Опа! И уже выскочил вот такой... Простите, выскочил вот такой вот каталог, что ли. Давайте посмотрим. Опа! И что же это у нас за книжка такая? Ой! То ли я не той стороной открываю, то ли эта книга просто такая... Знаете, я где-то слышала, что у японцев открывается как бы не так, как у нас с левой стороны, в общем, расположена прошивка, а наоборот с правой. Давайте посмотрим, как же тут у нас что-то расположено. Ага, тут показаны все эти Sylvania. Ну что ж, это мы не будем рассматривать, а уже перейдем к самому летнему домику. Вытаскиваем его, вытаскиваем его. Вы только посмотрите. Ничего себе, как тут всего много. Я уже заглянула в коробочку. Так. Во-первых, картон. Во-вторых, наш домик. Вот такой вот от него пол. И вот он сам. Вот такой вот пакетик. И давайте выпишем. О, сколько полиэтилена. Ну что ж, вот он наш домик. Такие вот двери распашонки. Сюда можно прикрепить цветочки. Сюда тоже можно поставить небольшие вазончики. Здесь вот такой вот подоконничек снаружи. Класс! Поставим это пока что на второй этаж. И перейдем к тому, что же еще тут в коробке. И это заборчики. И больше ничего. Давайте заглянем. Кажется, нет. Ну что ж,
что ж, давайте тогда открепим наши заборчики от картона. Раз. Выпрыгивает. Два. Картонка. С лестницей! Давайте примерим небольшую лесенку. Так, по-моему, вот так. Да, вот такая вот она у нас, наша лестница. Мне очень нравится. Так. Так. Дальше посмотрим. Что же у нас тут еще есть? Еще заборчик. Сейчас покажу. О, вот еще. У нас уже три забора с вами, ребята. Лестница. И еще больше заборов. Ой. Вот такие вот. Чего они не открепляются? Так, сейчас с ними разберемся. А, понятно. Раз. Это чтобы приставить пол в другое место. И два. Ну что ж, давайте ставим заборчики в наш летний домик. Вам лучше было видно поставить на картоночку. И будем разбираться. Так, это сюда не подходит. А куда? А, вот сюда. Опа. Вставили. Вот таким вот образом. Следующий заборчик. Я вижу, он тройной, поэтому ставим вот сюда. Как раз подходит. Лестницу потом приставим. Еще один забор. Так, что там у нас? Да. Снова была картоночка. И последний заборчик. Вставляем. И вот такой вот домик у нас получился с вами, ребята. Ну что ж, давайте рассмотрим его функциональность с точки зрения того, куда можно выставлять наш пол. Ну что ж, продолжаем. Берем наш пол и вставляем вот такую вот приставочку, так сказать. Вот так, если...